Намасте. В дословном переводе непальское приветствие «намасте» означает «я приветствую Бога в вашем лице». Наверное, оно как нельзя более уместно по отношению к этому человеку. Это известный тибетский шаман-целитель, о чудодейственной силе которого ходят легенды. Разумеется, мы были рады представившейся возможности использовать на себе его магическую силу. Для того, чтобы приобрести способность исцелять, шаман должен ввести себя в состояние транса, что он и сделал на наших глазах. Этой процедуры перевоплощения шаман взял меня за руку, пощупал пульс и сказал: «Ну вы здоровы, у вас есть какие-нибудь жалобы?» На всякий случай я сказал, что когда-то у меня определяли камни в желчном пузыре. Шаман заверил меня, что он постарается сделать все возможное, чтобы меня излечить. Но я тоже на это надеялся. Вначале он продемонстрировал, что его основной инструмент в виде куска отпиленного рога не содержит никакого подвоха. И также чисты его руки, и у него нет ничего во рту. А дальше начался, собственно, сам процесс излечения. Камушек. Это значит, что у меня был в желчном пузыре. О, полярный мужик, он дар честно. Окей. Так вот, что же все-таки шаман из меня извлек? Сейчас я вам покажу.
Чтобы вам было лучше видно, я этот камушек положу на бумажку. Вот он. Разумеется, приехав в Москву, я отнес этот камень в клиническую лабораторию, и мне тут же сказали, чтобы я обследовался. Оказалось, что этот камень фосфатно-оксалатный из тех, что образуются обычно в почках. При обследовании в почках у меня ничего не нашли. Но, правда, и в лаборатории не могли сказать, принадлежит ли этот камень человеку или какому-нибудь животному. Но, как бы там ни было, но камушек этот я храню.